Блин, это значит какой-то бравлер. Вот это когда долго крутится по-любому, да? Нет. Ты прикинь, нет! Я уже выигрываю, Ваня, у меня уже на один бравлер меньше, чем у тебя, понимаешь? Это вот он уровень, вот эта тема, поэтому в батле, конечно же, мне это зачтется нереально просто, просто... Серега, не хочу тебя расстраивать, но то, что тебе не выпал боец, это означает, что ты уже проигрываешь! А знаешь почему? Я тебе объясню. Потому что за каждого бойца, за каждый ранг даются жетоны. Чем больше бойцов, тем больше жетонов. Соответственно, у меня больше бойцов и уже априори больше жетонов будет. Пускай на маленькое количество, но я уже лидирую. Рано ты радуешься. Дорогие друзья, всем привет. Это мой проект «Путь сундуков». Суть проекта заключается в том, чтобы нафармить 1000 боксов как можно скорее. И у нас идет соревновательная схватка вместе с Серегой Аурумом. Он тоже должен нафармить 1000 боксов параллельно со мной. А в конце мы с ним сделаем зарубу. Баттл этих сундуков. Ну и я не знаю, что там Серега в итоге радуется, что он не выбыл бойца. А мне, я с одной стороны немножко расстроился, я хотел бы, чтобы я тоже, ну, у меня были как можно меньше бойцов, в этом, да, и суть. Но просто я потом понял, что у меня-то жетонов будет больше. Ну, я это делал не специально, так решил рандом. Мне выпал боец, ему нет. Короче, сейчас пойдем тратить в раборубку. Поехали, друзья. Раборубка, у меня 60 билетиков, уже 59 боксов на аккаунте. Если сейчас сыграть 3 раборубки по максимуму, максимум 6.15, то с даблерами, ну я не знаю сколько, ну мы приблизимся к сотне. Это будет первая сотня сундуков на моем твинке, на моем проекте новом. Давайте я включу какой-то тречок, биток. Ну что ж, поехали, буду стараться. У нас тима состоит из БК первого уровня, ПМ и этот, как его, скажите мне, и я скажу. 8 бит. Вот. Ну, так как я первый уровень, урон у меня небольшой, поэтому я надеюсь на то, что мои напарники прям будут играть лучше меня и все сделают за меня. Я на это надеюсь. В общем, друзья, первую катку я вам еще более, ну, с вами пообщаюсь, а вторые я буду, последующие я буду вырезать. Покажу вам уже итог. Итак, значит, что я хотел сказать. По поводу чего я хотел, что-то я хотел вам очень важно сказать. А, я уже закинул 2000 гемов на аккаунт, просто я забыл про это снять видео, ну, записать это на видео. Так как я еще, ну, неопытный, да, типа в плане такого проекта, да, то есть тут, ну, назад уже время не отмотать, тут надо все делать поэтапно и все четко. И вот донат гемов я тоже хотел полностью записывать на видео, чтобы потом посчитать в итоге, сколько я потратил на этот проект. Но я задонатил 2000 гемов вот только что перед роликом и вспомнил. Ну, короче, зачтете мне. Первый донат у меня был $20, 360 гемов. Второй донат $100, 2000 гемов. Пока только два доната. Модераторы мои какие-то, подписчики, неважно. Модераторы, либо какие-то подписчики, если вам не трудно, подсчитывайте, сколько на этот проект в итоге потом потратится. Первая часть будет в описании, или вот здесь подсказка, первая часть этого проекта. Я сделаю отдельный плейлист. Все серии вы сможете будете смотреть либо по очереди, либо же в разброс, как хотите. Но, ребята, поддержите лайкосом, если вы хотите, чтобы Холдик затащил этот батл, нафармил быстрее сундуки, либо же выбил больше бравлеров в батле. Ну, это будет реально мощно. Ой, чувствую, жара будет, ребята. Вы чё? И, блин, сейчас посмотрим, сколько сундуков в конце ролика будет. Потому что на данный момент 59. Я не уверен, что чтобы сотка получилась. Я еще не знаю, на сколько минут мы сыграем раборубку. Потому что это тоже имеет большое значение. Сколько минут сыграю я раборубку. Если максимальное количество, то, в принципе, 6 боксов дают. И плюс даблеры, по-моему, 12. Но, опять же, это если сыграть полностью максимум. А я итог еще не знаю. Поэтому узнаете, сколько боксов будет в конце. Сколько боксов я нафармлю, будет в конце ролика. Серега! Ты понял, да?
Все, ребят. Так, ребята, валим последнего босса в роборубке. Уже 4 минуты мы держимся, друзья. 4.40. А надо, напоминаю, 6.15. Ой, не знаю, сейчас пойдут боты. Продержимся или нет, узнаете чуть попозже. Итак, ребятки, блин, поджимают. Осталось, 15 секунд. 15 секунд, друзья. 6.02, 6.03. Блин, что делать? Смотрите, вот это самое сложное, последние секунды. Во-во-во, мы можем не выдержать. 4, 3, 2, 1. Yes, мы продержались максимально, значит, дадут максимум боксов. Мы даже больше, чем максимум, смотрите, держимся, а уже плевать. Все, отлично. Фух, первая роборубка идеально сыграна. Дальше не знаю, как получится, ну, мы стараемся. Но это ж такое, тут все зависит от рандома. 1280 я получаю жетонов, соответственно, это с даблерами. И сколько мне дают сундуков? Было 59, стало 71, это было 12 боксов. 12 же, да? Плюс 1 это 60, и плюс 10, и плюс 11, 12 боксов. Хух, ну что ж, ребят, пошли вторая катка, осталось 40 билетиков. И сейчас в этой карточке я вам расскажу маленький, может, секретик, как вообще тащить роборубку именно в конце. Есть одна определенная тактика, которой пользуются многие. Вот, топы, я не знаю. Ну, я просто не сильно задрот в роборубке, да. Я вообще не люблю эти режимы. Но если подходить к этому процессу профессионально и фармить, ну, прям вот по максимуму, то есть некоторые нюансы и некоторые сложности. И вот как будет последняя минута, я вам подрублю экран, ну запись, то бишь, сейчас будет пауза, и покажу, как надо правильно последнюю минуту держаться. Поэтому ускоряемся, встретимся на последней минуте. Итак, друзья, последняя минута осталась, 5 минут, а надо 6.15. Итак, давайте про маленькие хитрости, как правильно играть в роборубку. Первое, что надо вам знать, это важная комбинация в роборубке. У вас в тиме должен быть фуловый бит и фуловая пэм. Вот это два ключевых фактора, которые должны быть у вас в команде. Ну а третий уже там на выбор. Вот, следующее. Турельки обязательно ставить где-то возле сейфа, чтобы роботы не попадали в сейф. Вот сейчас мы немножечко тупим, ребята, потому что, ну, не то что тупим, просто, блин, пропускаем. Сложновато последняя минута. Вот, турельки надо ставить рядом возле сейфа, чтобы первый урон получали они. Вот видите, как вот эта турелька перед боксом. Далее, нельзя ломать стены, надо как можно больше сохранить стен. Робота тоже надо сбивать каст роботу, чтобы он не фармил стены. Ну и третья хитрость, это если вы видите, что вас прям жестко поджимают, надо немножко заранее умирать и по очереди потом вот так вот баблом, вот кто реснется. А, мы не успеем, ребята, мы походу это проиграем. Да, мы эту роборубку проиграем. Я хотел сказать, что первому человеку надо умереть и потом по очереди умирать, чтобы в бабле держать, танковать. К сожалению, мы не вывезли на фулл 6.6. Это будет немножечко меньше боксов. Давайте посмотрим, сколько. 1240 на 40 жетонов, блин, меньше. И, короче, 84 бокса. Ребята, последняя роборубка. Пожелайте мне удачи. Поставьте лайк, чтобы мы ее прошли максимально. Это очень реально, блин, кропотливо. За каждый билетик переживаешь. Все, каждое золото, каждая монетка. Все на кону. Поэтому, блин, жалко, что мы каких-то сраных 9 секунд не продержались. Но эту роборубку, эту катку я постараюсь прям вот по максимуму. Все, встретимся на последней минуте. Фух, ребят, последняя волна пошла. 5 минут. Поехали. Самое сложное сейчас. Просто толпа роботов будет идти. Продержаться надо по максимуму. Вот вообще, видите, что жестко. Вообще просто. Я еще первый уровень. У меня урон слабый. Фу, блин, ребята, 30 секунд. А, нет, 45 сейчас, 45 будет. Оп. Но я дальников не буду убивать, это я буду принимать ближников. Сейчас максимально надо быстро уничтожать, максимально быстро. 35, 36. Сейчас просто пойдут дальники, надо вырезать их моментально, просто мгновенно. Есть. Так, боксера. Нам самая идеальная катка, это была первая. Вторая, конечно, нам не повезло, блин. Куча вот этих стрелятелей, метателей. Не, дальников пошло. Смотрите, остается чуть-чуть. Так, ну тут мы затащим. 58, 59. Ну, 15 секунд должны продержаться. Оп.
Видите, вот сейчас самое сложное. Дальники, дальники. Прикрываем, прикрываем. Вот это сейчас самые последние секунды продержаться надо. Ну, видите, тарельки, тарельки еще спасают. Три секунды, две, одна. Да, все, мы продержались, ребзи, мы продержались. Идеально. Три роборубки сыграли. Одна катка. Лажа, остальные по максимуму. Итого, кстати, я вначале ошибся, не 12 получается боксов. Лол, а мне не все жетоны дали, я даблеров не купил. Ёлы-палы, вот это я зафейлил, друзья мои. 95 боксов я нафармил. Вместо, ну, по идее, мне должно быть где-то 96-97. Я немножко запорол. Я не купил даблеров. Гемы задонатил, а даблеров тубень не купил. Давайте сейчас закуплю даблеров. Забыл об этом. Ну ладно, ребята, у меня 95 боксов уже. Серега Аурум, сколько у тебя? Я жду ответочку, видосик. Ребята, за день 100 боксов почти. Получается, осталось 900... сколько? 905 боксов осталось, да? 905 боксов? Что у меня, 9 дней осталось? Ну, конечно, я шучу. Конечно, я шучу. Это из-за того, что роборубка так легко, дальше будет сложнее. И еще момент, я так и не сказал, не 12 боксов дают за максимум с даблерами, а 12 там с половиной или что-то такое, типа, ну, почти 13. Блин, ну я затупил, забыл купить даблеры. Но что получилось-то получилось. Ребята, первые 95 боксов уже на этом аккаунте нафармлены, ждите продолжения. Дальше надо будет прокачивать кубки на всех-всех персах, зарабатывать жетоны, это все будет, ну, буквально за пару дней сделается, ну, а дальше самое кропотливое, собирать пыльцу, а потом, конечно же, делать мед. Ну, это я так, утрирую. Ребят, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, поддерживайте этот проект, я надеюсь, что получится пушка. Фух, будет сложно, но зато интересно. Серега, ты давай там, рано радуешься, ты не выбил перса, у тебя... Блин, ну опять же, видите, будут тупняки. Если все делать идеально, то я бы уже там, ну, лидировал на каких-то пару боксов. А так я их опять просрал. Просрал, потому что роборубку сыграл не идеально. Даблеров не купил, тоже там чуть-чуть не хватило. И вот эти микромоменты будут решать. Посмотрим, что будет дальше. До новых встреч, скоро увидимся. Пока, ребят.